поговорили с Роспотребнадзором, они нам сказали ряд ошибок, которые нужно исправить, прежде чем приступить к своей деятельности. Поэтому мы вот закупили амуницию, оборудование. В полной готовности волонтеры встречают своих долгожданных гостей. Теплое и уютное помещение, чистота, вкусная еда. Здесь все сделано с огромной любовью. Почти 2 года ребята из фонда «Время жить» кормили всех желающих на улицах Тобольска в 4-м, 6-м и 8-м микрорайонах. Недавно скопили средства и сняли помещение. Подписали официальное соглашение с кафе, чтобы готовить на площадке, которая соответствует всем нормам и стандартам безопасности. Колесо добра закрутилось с невероятной скоростью. До вчерашнего дня помощь, к сожалению, никакой не было, но мы особо и не трубили о себе. Со вчерашнего дня очень много помощи пришло и финансовой, и некоторые пекарни нам предоставят выпечку, и продукты люди везут. Очень большая помощь города, повторюсь, это просто нереальная поддержка. Тарелка супа или второе, кусок хлеба, чай и сладости. Это минимальный набор бесплатного обеда. Если нужно, дают добавки и позволяют еду взять с собой. Я сама очень занята, работаю много и не успевала ни покушать, ни вот сюда стала приходить кушать, стала приводить друзей сюда, мы все вместе кушаем вот, с удовольствием. Спасибо, что заботятся о нас, это вообще же такое чудо в нашем городе. Вот я буду верить, что этот проект будет развиваться, что каждый день будут кормить. Отличительная черта социальной столовой – здесь не требует документов, подтверждающих категорию нуждаемости. Рады всем гостям. Мы кормим абсолютно всех. Конечно, изначально мы хотим помогать людям, но если к нам какой-нибудь бизнесмен зайдет, мы с удовольствием накормим его. Сейчас мы расклеили по всему городу, наши дети, наши друзья расклеили по всему городу объявления. Мы подали в соцсетях объявления, очень много отдачи города. В общем, я думаю, процесс запущен, нужно только подождать немножко. С каждым днем число желающих растет. Социальная столовая работает 3 раза в неделю. Вторник, четверг с 13 до 15 часов, в субботу с 11 до 3 часов дня. Мария Гребенюк, Михаил Куричко. Тобольское время.